100% будешь в шоке, ведь я хочу тебе подарить данный нож ценой 12 тысяч рублей. И для того, чтобы ты выиграл его, тебе надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий от 5 слов. Также зайти в Телеграм по ссылке в описании и нажать кнопку «Участвовать». Результаты будут, когда на канале будет 125 тысяч подписчиков. Желаю тебе удачи. 179 тысяч рублей баланс на MyCSGO. И это заключительная рубрика, когда мы идем с 500 рублей до самого дорогого дропа. И чтобы вы понимали, в прошлом ролике у нас было около 30. Сейчас это 179, и у нас открываются самые дорогие кейсы, которые мы можем открывать. Мы можем открывать Монолизу. Одно открытие стоит 73 тысячи рублей. Даже почти 74. То есть сегодняшний ролик, он будет пипец какой крутой. Поэтому давайте сразу. Перед началом, перед тем, как мы еще не начали, если ты когда-то зайдешь на этот сайт, используй промокод ПАПА. Да, это самый большой и самый рабочий процент пополнения. Объясняю. Любая сумма, которую ты бы не закинул, умножается на 30%. Если это 1000, это 1300. Если это 10 тысяч, 3000 рублей бонусом. И помимо того, что 30% это самый большой процент пополнения, он тебе еще и окупит. Поэтому обязательно используй промокод ПАПА. Кайфуй, ну а мы начинаем. Ну и давай начнем с каких-нибудь очень дорогих кейсов. Те кейсы, которые я ни разу не открывал. Но это 100%. Вот этот молодой человек. Вообще не знаю, кто это. Если честно, я игнорировал только по одной причине. Потому что я вообще фиг пойми, кто это. Но посмотри, какие скины. Золотая Робеска, Пустынная Гидра, Джангл, Окагора. Короче, вот этот кейс, я думаю, должен нас окупать. Хотя вот опять же, выпадет Шелковый Тигр. Шелковый Тигр 11 тысяч, неплохо. Ладно, давай просто откроем, посмотрим, насколько далеко мы сможем зайти. Сегодня, имея на балансе, ну можно сказать, целое состояние. Я очень сильно хочу пооткрывать Монолизу. Я очень сильно хочу. Это просто в перчатке амфибия, которая пролетели. Да, это... Нет, подожди, это даже окуп, обалдеть, подождите. 105 920 рублей. Нет, не окуп, минус все-таки 10 тысяч получили, но ничего страшного. Для начала, для старта, я считаю, самое оно. Ну что, Монолиза на 2 или попробуем какой-нибудь майнинг? Давай попробуем Монолизу, потом попробуем майнинг, а потом попробуем самые дорогие кейсы, которые только здесь есть. Потому что Монолиза, это, по-моему, 73. Но, насколько я не ошибаюсь, есть кейсы подороже. Куча перчаток, куча ножей, куча всяких разных скинов. Блин, мужики, давайте так, два раза. Я надеюсь, что меня это, конечно, окупит, но мне кажется, сольет. Монолиза меня ни разу не окупала, при том, что это один из самых дорогих кейсов. Просто медвежий нож за 21. Но, подождите, дикая лилия 148 тысяч рублей. Что, простите? Просто дикая лилия за 148, а нож за 21. И нас, по сути, окупило. И окупило не просто. У нас 189 тысяч. Весь минус закрыли. Хорошо. Так, ну поехали тогда пробежимся. Ну давай, если в прошлый раз мы пробегались по вот этим кейсам, то в этот раз мы пройдемся по этим. Но я хочу лава майнинг закрутить еще на 5 раз. Посмотреть, что можно выбить с него. 5 раз, можно сказать, как говорится, да-да, нет-нет. Не знаю, получится окупиться или нет, но 5 раз попробуем. Просто если брать всю линейку, которую мы открывали в прошлый раз, то мы не окупились только... Стоп! Мы не окупились только с этого кейса. Но нам вылетает пламя. А пламя это, наверное, да, это одно из самых дорогих пушек, которые только может упасть. Обалдеть, дигл пламя. Так, 55 тысяч. Продаем. Не знаю, есть ли смысл открывать еще или нет, но вот весь майнинг, все майнинг-кейсы, которые мы открывали, Хейз майнинг, Сайд майнинг, Флора майнинг, Айр майнинг, мы со всех окупились, но не окупились славы. Сейчас славу я открыл, по сути мы окупились из нее, поэтому давайте пооткрываем вот эти кейсы, также все, также на 5 раз. То есть, блин, ну на самом деле вот эти кейсы, вся коллекция майнинг, она вся окупная. То есть, чтобы вы понимали, с прошлый раз со 140 тысяч мы выбили 180, ну типа это просто ненормально. Поехали открывать каждый на 5, а потом пойдем в самый дорогой кейс. Самый дорогой кейс, потом парочку апгрейдов, и если получится сегодня какой-нибудь делорчик, либо возможно какой-нибудь, ну, какой-нибудь там медузу, либо что-то еще такое уникальное, получится вывести, будет хорошо. Потому что, знаешь, когда я, в принципе, ну, а сколько дней назад я вообще с вами? 3 дня назад. Стоп! Чего? 3 дня назад у нас было 500 рублей, а сегодня у нас что? Заключительная часть, и сайт начал отдавать так, как никогда не отдавал. Я что-то не понял. 81 239 тысяч рублей на балансе. Продаем. 320 тысяч на балансе. Отлично. Ну, поехали. Люксери перчатки на 5 раз. Может быть, даже тогда еще раз открыть? Если мы с вами сейчас окупились, а мы открыли только 2 раза. Давайте попробуем еще 3. Может быть, выпадет и будет вообще обалденно. Хотя, знаешь, когда тебе падает вот такой хороший дроп, мне кажется, после этого кейсы вообще перестают отдавать. Ну, он мне выдал бабочку. Вот сейчас, только сейчас я потратил... Подожди.
Я потратил 5000 рублей, а выбил... Чего? Я даже не знаю, сколько это. Подожди, там 80, здесь 70. То есть мы потратили пятерку, минимум 150 тысяч мы получили. Это прям минимум. Так, у нас почти 400 тысяч. Это жесть. Это жесть. Вот этот кейс получается самый окупной. Но ни один кейс вчера, когда я снимал ролик, так не окупал. Вообще ни один. А что интересно будет с перчатками? Не, ну перчатки сами по себе в принципе дешевле. То есть даже если они выпадут с пятера, что маловероятно, потому что сейчас мне насыпало просто невероятное количество скинов, то они будут стоить не очень много. Это 100%, поэтому давай на 5 раз попробуем, а там, как говорится, как пойдет. Но я уверен на 100%, что сейчас должен быть какой-то окуп. Но он должен быть. Блин, я не знаю, на самом деле это так, как знаете, как-то даже мне не по себе. Мы сегодня... И перчатки. 11 тысяч. Но все равно, даже если это 11 тысяч, когда мы открыли кейс на 5, мне выпало 11, почти 12, плюс мы еще окупились. Это просто жесть. Хорошо, 394 тысячи, поехали фейт. Блин, ну фейт должен выдать. Это 100%. Вот если и говорить о одном из самых окупаемых кейсов майнинг, который я открывал в топовом сегменте, то вот этот кейс должен окупать. Хотя, блин, я не знаю, я когда говорю, что должен окупать, у меня баланс 394 тысячи. У нас баланс был, ну сколько, 170 тысяч, когда мы пришли. То есть мы больше, чем в два раза сейчас подняли баланс. С каждого майнинг кейса нам что-то выпадает. Абсолютно с каждого. То есть сейчас, пацаны, мы выносим с этого сайта, ну можно сказать, абсолютно все. Еще один разочек и поехали открывать дальше. Сейчас я понимаю, что сайт отдает. Нам нужно натыкать как можно больше кейсов. То есть чтобы... Ну нет, азимов я не буду открывать, это уж 100%. Ну азимов можно открыть и дешевый за 120 рублей. Я не хочу просто тратить на это время. Я хочу сейчас пойти в самый дорогой кейс, который только возможно на этом сайте, потому что у нас баланс 424 тысячи рублей. Либо же по-другому. Сделать самый, можно сказать, такой крутой контрактик в виде... Не контрактик, а апгрейд. В виде 30-40% и попробовать выбить что-то невероятное. Но опять же, я не знаю, возможно это или нет. Давай посмотрим. 10x, 5x, если мы будем делать баланс, да? Баланс у нас идет на только на историю дракона или на дикий лотос. Так, ну ладно, пока мы не будем точно это делать, давай все-таки докрутим дроп майнинг, попробуем еще раз. И с этого кейса нам не падает ничего. Но ничего страшного. Давай тогда попробуем ножичек. Дефолтный, если выпадет... Ай-яй-яй, 2 ножа! Если выпадет, то что? 760 рублей. Ребят, вот это, чтобы вы понимали, 760 рублей. То он нам выдал 17 тысяч. Мы сейчас выбили 2 ножа. Хорошо. 439 257 рублей. Опускаемся в самый низ. Ну, может быть, на живой попробовать открыть чисто на 230. Че думаете? Давай сделаем. Сделаем на живой. Сделаем 230. Потратим их. И все, что выпадет, мы сейчас закинем в контракт. И сделаем невероятный апгрейд. Так, подожди. Что-то у меня все залагало. Я не вижу ничего. Так вроде бы и не сильно. Хотя, знаешь, нормально. 162 тысячи довольно-таки неплохо. Давай сделаем так. Смотри. Сейчас закидываем все это в контракт. Это самый дорогой контракт из 10 ножей. Это просто жесть. Так, ладно. Создаю контракт. Блин, я даже не знаю, сколько он может выдать. Мне кажется, подсольет. Вау! 313 тысяч? Ни хрена себе! Вот это контракт! Так, подожди, а мы потратили сколько? 140, 150? Это жесть! Так, дикого лотоса я в любом случае вывожу. А на 200к давайте сделаем апгрейд. Посмотрим, что мы можем сделать. Ай, какая грязилка! Спортивные перчатки порог МКВ. Давай попробуем сделать апгрейд на перчатки порог за 438 тысяч. Если не получится, то я вывожу... Лотус за 300 тысяч. И мы в любом случае в плюсе. Мужики, если будете играть, используйте промокод папа, потому что это даст самый большой бонус, который только здесь есть. Мы закручиваем MyCSGO, и нам выпадает... Ой-о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 й
Lotus. Это просто жесть.